Привет, друзья! Канал «Реализация законного права». Сколько времени занимает рассмотрение запроса на временную защиту в Испании? Друзья, Управление по вопросам богослужения и убежища будет рассматривать ходатайство о временной защите с помощью ускоренной процедуры. Резолюция будет выдана в течение 24 часов. Подписывайтесь на канал, чтобы знать свои права за границей. Друзья, увидимся в следующем видео.